Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик, очередной имбы. Это у нас прокачанная на максималку Афина. Как видите, статы у нее просто бешеные. Прибавка от бонуса в два раза выше, даже больше, чем основное. Мы ее будем тестировать с новым талантиком, прокрытым доспехом, который увеличивает рунами 75% атаку и отражение дает 9000. То есть во многих локациях Афина реально крутая, но она, блин, сливается очень быстро об отражалку из-за того, что наносит немедленно просто урона. Вот поэтому мы подтестим такую сборку. Ремка, она универсальная для нее на PvP локации, она дает тоже атаку 90%, то есть в принципе больше по сути ей ничего не надо. Победный выпад 25%, 15 отражения. В снаряге она у меня собрана крит, плюс уклон, плюс атака. То есть я не сильно заморачивался. Также у нас будет стоять панчбокс, который на 120 увеличивает атаку. Так, окей. Поехали сейчас затестим. Надо еще раз то найти, без юнитов, как всегда. Самая большая проблема на английском сервере. Здесь хотя бы есть более-менее топы. Так, окей, смотрим. Ну, тут она будет по-любому шатать с плюшки. Офигеть. Ну, понятно, тут Фрей ее шатал, но она, блин, конечно, жестко прошлась по всем. Ну, давайте какой-то раз то более-менее. Ну, не знаю, здесь мы ее вряд ли пройдя нормально протестим толком. Ну, попробуем хотя бы. Нехилый такой урон, да, ребят? Ну, опять же, Минотавр, что я говорю, Минотавр, Анубис все равно слил. Так, ладно. Давайте потестим ее на сразу же на арене, думаю, здесь более она актуальна будет, смотреться лучше будет. Так, Farm Team. Ну, она чисто такой командный герой, который заряжает, увеличивает скорость атаки, то есть соло это немножко не тот герой, который соло тащить будет. Ну, видите, она от фрейм. Ну, половину героев просили. Конечно, от смотрителя, скорее всего. Но, блин, все с охниками. Что за топ? Не на ком даже толком протестировать. Он сливает. Без вариантов, я думаю. Даже если мы соберем фул уклон, все равно не затащит. Смотрите, везде охники, автопрокеры. Ну, кого-то слило. Башку, по-моему, слила, если не ошибаюсь. Ну, вроде попроще какой-то, или нет? Не, все равно шатают. Но посмотрите, держится чуть-чуть. Конечно, против Фрея приема нет. Так, давайте еще разок сбегаем. Ну, то есть, как видите, прорыв не особо спасает. Конечно же, она лучше держится, чем... Ого, нифига себе! Круто. Поставилось пару только героев. В общем, такое. Здесь, как видите, она тоже не особо заходит. Поехали на экспедицию. Тут, думаю, будет поинтереснее сейчас. Так, смотрителя мы убрали. Поехали. Ну, за счет залпа она, конечно, тут их просто стычки шатает. Вот она будет неплохо смотреться в ЗБ, в такой сборке. Ну, посмотрите, как
Чудесненько просто. Просто отстреляла по максимуму. Не знаю, конечно, круто смотрится она. Еще и заряд энергии дает. Ну, конечно же, Фрей ее сливает. Какая не была бы у нее прокачка, Фрей ее все равно сольет. Блин, ну круто смотрится, не знаю, мне нравится. Так, поехали дальше. Шестка. Ну, стрелок вынес. Причем без скилла всякого. Вот такое вот, ребят. А мы думали, она сейчас будет тут тащить везде. Давайте попробуем ее на подземочке. Только единственное, наверное. Это уберем. Попробуем поставить ей. Давайте выживание. Мое выживание нормально будет. Сейчас она пока юнитов перебьет. Ну, 25 ударов за 5 секунд. Это вам немало. Просто нифига себе. Да я вам скажу, она и в такой сборке просто шатает их всех. Конечно, единственное то, что рандомные цели ее сейчас вблизи мясо разрубает. Но урона, конечно, у нее неплохо. Тащит. По урону вопросов нет. Давайте еще разок заходик попробуем. Ну, не знаю, в принципе, 25 ударов даже по полмиллиона это дофигища. Ну, а дальше уже все, дальше ее уже будут сливать сейчас. Хотя, в принципе, не, все равно сливает. Видите, прорыв не особо спасает. Так, окей. Поехали на забытую. Думаю, здесь она будет повеселее смотреться. Опять же, все зависит от пачки, которая будет против. Давайте обновим. Ну, давайте, кстати, против этой сосурика. А, я выживание поставил, блин. Вот посмотрите, что. Сразу так минус, только хлоп и все. Я немножко не тут. Не ту эмблемку поставил. Печально. Конечно, новая героиня просто шатает всех, все и вся. Розалина — это Розалина. На древних она, конечно, помогает очень жестко. Так, окей, давайте пробуем дальше. Давайте я сейчас поставлю все-таки. Обратно верну. Тут, возможно, даже панчбокс не нужен, потому что тут урона. Вот, отлично. Вот, смотрите, вот теперь она реально крутая. Видели, да, хранитель? Он был включен, и мы просто его отправили домой. Ну, вот так вот. Неплохо, неплохо, да? Урона просто разобрала всех остальных. Вот такая вот сборка именно для этой локации в основном, потому что здесь практически в каждой пачке есть отражалка, а она отражалки очень боится. Помимо того, что она дамажится, пробивается хорошо, так она и себя еще и сольет намного быстрее. Но теперь не все так просто.
Ну чё, как вам, ребятушки? По-моему, это эпично было только что. Просто разобрал по частям. Офигеть. Круто. Чё тут сказать ещё? Чё-то мои тормозят. Давай, Фрея, тащи. А, тут у них отхила нет. Печально. Посмотрите на Розалинду, что она чудит. Просто офигеть. Тык-тык-тык-тык. Так, окей. Вот, кстати, еще один. С Суриком. Сейчас затестим на нем. Отлично. Вот смотрите, как по 9000 отражения работает по Асуре. А так бы она бы слилась 2-3 тычек, в принципе. Ну, не знаю, мне нравится в забытой. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, но для забытой такая сборка однозначно очень-очень крутая. Опять Розалинда тащит. Ну давайте еще заходик разок попробуем. А, и тут мы. Тут мы ничего не сделаем. Но кого-то вроде ушатали даже. Или это показалось. Ну не знаю, мне нравится. Не зря я качнул. Это не некрос, которому, блин, вкачал, и толку никакого вообще. Как был ватным, так и остался. Этот хоть реально хоть что-то может. Ну посмотрите, что Розалинда делает. Ну просто... Просто трэш. Вот так вот. Ну, в принципе, вроде все. Такс. Ну, я вам вроде как бы все такое основное показал по герою. Нету у меня еще, к сожалению, сегодня лабиринта. Он только с утра будет откроется. На волнах, в принципе, я думаю, смысла вам показывать нету. Она как тащила на волнах, там на начальных, так и тащит. Воодушку ставить, и будет вам счастье. Она будет сносить все, всех и вся. Все, пишите комменты, что вы хотите еще увидеть. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.